Канал ГИТЭКЛАСС, с вами Андрей Щетников. И раз уж мы завели разговор про парадоксы, связанные с кинетической энергией, то сюда следует добавить и замечательный парадокс передачи мощности. Ну, я его в таком виде сформулирую. Представьте себе, что вы сидите на берегу, смотрите подзорную трубу с небольшим таким полем зрения. И в этом поле зрения вы видите следующее. Некий человек, ну вы вот только часть, вот как меня видите по пояс, толкает, уперся, некую стенку. Опять же, только часть видна. И все это куда-то туда движется. И вы говорите: о, я вижу силу, направленную туда. И все это движется со скоростью, направленной туда же. Сила, умноженная на скорость, это будет мощность. Стало быть, человек вкладывает свою энергию и что-то туда двигает. Ну, вполне возможно, да, может он какую-то такую там телегу толкает и идет по земле. И толкает ее туда, толкает. Потом вы убираете подзорную трубу. И видите, что нет ни по земле и ни телегу. А видите, что плывет баржа в ту сторону, а человек уперся своими руками в стенку, ну, какого-то там, какую-то стенку на палубе, да, и, ну, так сказать, уперся и просто стоит вот так неподвижно относительно баржи. И стало быть, ничего он не толкает и никакую мощность вроде бы никуда не вкладывает. Так все-таки картинка-то одна и та же, локальная. Как выяснить, вкладывается мощность или нет? По этой картинке можно ли это сказать? Ну и вообще, как различать эти ситуации? Наверное, я задаю вопрос не очень так определенно, но попробуйте порассуждать и поразмышлять над ним всерьез. Что я надеюсь, что все это нас выведет на какие-то следующие шаги хорошие, но в частности в будущем очень хочется пообсуждать вектор Ума-Понтинга в электродинамике. И я думаю, что эти наши предварительные разговоры из механики нам впоследствии пригодятся. Так что успеха!